Антинаркотическая операция «МАК» набирает обороты. За двое суток правоохранители в ходе совместных действий изъяли из незаконного оборота более 2 килограмм наркотических средств. Потребители не получили почти 1500 разовых доз. В дежурную часть наркоконтроля поступила информация о том, что житель Шуи хранит и сбывает наркотики. В ходе проверки анонимного звонка сотрудники службы изъяли из гаража мужчины килограмм маковой соломки. Также наркополицейские обнаружили пакет с героином весом в 1000 граммов. Сотрудники ведомства благодарят жителей Шуи за своевременный звонок на горячую линию и активную гражданскую позицию.